Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я занимаюсь продажами квартир в Рязани, новостройки от застройщика. Если нужно, обращайтесь к телефону внизу экрана. В этом видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Мартовский», который строит застройщик «Северная компания». Это обзор вашему вниманию. Так, ну смотрите, перед вами сам жилой комплекс «Мартовский» по месту расположения, потому что он позиционируется как дом, расположенный в центре. По большому счету, в самом центре это и находится. Вот он дом, три подъезда уже построены, и застройщик «Северная компания» сейчас строит четвертый подъезд непосредственно вот этого комплекса, завершает строительство комплекса «Мартовский». Вот по месту расположения, вот сейчас вам покажу камерой, в ту сторону, это получается площадь Попова. Ну, там, соответственно, выезд на Грибоедова, на Есенина. Ну, можно так сказать, куда же еще ближе к центру. И вот такой подъезд жилого комплекса «Мартовского» с индивидуальным поквартирным отоплением. Это очень даже, считаю, даже неплохо. Потому что, сами знаете, по новым законам сейчас ведется строительство новых жилых комплексов с электроплитами, с автономным отоплением. Конечно, кто любит подобные формы там, отопления квартир, там, своих домов, ради бога. Ну, а кому нужна индивидуалка, ну, я сам, например, живу в индивидуальном, то есть, пожалуйста, обращайте внимание, здесь один из последних домов, где индивидуалка именно применяется. Сейчас я пойду с той стороны дома, потому что отсюда не видно, здесь заборчик, и покажу вам, что из себя представляет сам четвертый подъезд, в какой стадии он находится, потому что многие квартиры покупают. У некоторых моих клиентов нет возможности приехать, потому что находятся в других городах, и хотят посмотреть своими глазами, как ведется строительство подъезда дома «Мартовский», где они приобрели квартиру. Ну и сами посмотрите, можно надумать и здесь тоже приобрести. Так, ну сейчас буду обходить дом, рассказывать, показывать. Мало ли вдруг вы предыдущие ролики мои не видели по этому комплексу. Будет интересно знать, что вот сейчас я с той стороны вам снимал. Тут есть паркинг, вот в данный момент машина заезжает. Паркинг тоже можно приобрести в продаже, свободные машиноместа есть. Но первые три подъезда уже сданы, давно заселены, поэтому тут уже на первых этажах давно действуют какие-то организации в нежилых помещениях. Сейчас вот до угла дойду туда и оттуда вам продолжу съемку. Так, ну двигаемся с вами к торцу дома, в ту сторону. Так, ну вот смотрите, дошел я до конца дома, тут кругом дома такой старой постройки, тут хрущевки, тут почта, банк. Проезд первый совхозный, 2-4. И вообще тут вокруг старенькие такие дома, не помню каких времен-то, очень-очень древние. И Озоны тут, и Яндексы, все тут есть. Ну и красно-белый, конечно, такие дома не обходят. Но, в принципе, что для жителей, красно-белый это не только алкоголь и молоко, много чего есть, поэтому, пожалуйста, вот такой вот дом. Так, ну это, смотрите, угол третьего подъезда, и к нему как раз пристраивается четвертый подъезд жилого комплекса «Мартовский». Строит застройщик «Северная компания», тут помечено. Вот там улица, как раз улица вправо уходит, улица 8 марта. То есть вот так. Так что, смотрите, первый этаж, в принципе, перекрыт. Сейчас идет строительство по сам подъезд монолитный, каркасный. Поэтому, по большому счету, думаю, месяц через три подойду. Несколько этажей будет уже видно. Обязательно вам покажу. Квартиры в наличии есть. Однушки, двушки, трешки. Еще раз повторюсь, индивидуальное отопление. В принципе, центр дома. Кому надо, не прозевайте, интересуйтесь. Если ищете квартиру в этом доме, обратите внимание и на жилой комплекс «Мартовский». Так, ну на этом видеообзор подошел к концу. Показал вам стадию строительства жилого комплекса «Мартовский». Нужна какая-то информация, консультация, подробности, цены, планировки. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Под видео в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценами и планировками. Опять же, для более подробной информации будут вопросы, обращайтесь. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания. We'll be right back.